Всем доброго солнечного дня! Вы на канале Мир Трав. Липа. Какая же она могущественная и красивая. А ее медовый аромат распространяется по всему городу, паркам, скверам и завораживает. Аромат сладкий, медовый. Вы не перепутаете его ни с чем. О лечебных свойствах липы сегодня расскажу. Они очень обширны, и липа широко используется в медицине. Все части дерева липы используются: кора, листья, почки, соцветия, цветки и, конечно же, мед из ее нектара. В первую очередь расскажу, чем полезна липа для женщин, для женского здоровья. Так как в цветках, в соцветиях растения содержатся фитогормоны, идентичны женским половым гормонам, женщины для поддержания здоровья рекомендуется пить настой, приготовленный из этих соцветий. А женщинам за 35 лет необходимо делать профилактические действия. Каждое утро пить липовый чай на протяжении 3 недель. Процедуру проделывать 1 раз в полгода. Кроме того, липа устраняет нарушение менструального цикла, лечит бесплодие и маточное кровотечение. Для этого надо 1 столовую ложку цветков растения залить 1 стаканом кипятка, настоять 15-20 минут, процедить и принимать 1-3 стакана 2-3 раза в день. Для облегчения состояния во время месячных рекомендуется принимать травяную ванну. Собирать и заготавливать сырье нужно за городом, с деревьев, которые растут за городом. С городских деревьев, пожалуйста, ничего не собирайте. Мое видео ознакомительное, чтобы вы знали, что это за дерево у вас в парке или в городе, в сквере, и чем оно полезно. Поэтому выезжайте, старайтесь за город, и там уже собирайте, сушите, раскладывайте тонким слоем в теньке, в проветриваемом обязательном месте. Если не будет непроветриваемо, то сырье у вас не засохнет. Оно будет и гнить, и сушки нормальной не будет. Не раз уже об этом говорила. И также хранить в картонных коробках, в мешочках, в баночках. Полезные свойства липы очень обширны, начиная от укрепления иммунитета, лечат простудные заболевания, заканчивая пищеварением, кровью, головными болями. Каждый подберет рецепт под себя. Также отваром из липы можно полоскать рот, обрабатывать раны при ожогах и при кожных заболеваниях. Не забывайте о шикарной пользе липовых веников. Липа – это настоящий клад для любителей народной медицины и косметологии. Имеет очень широкое применение и очень полезно. Обязательно пробуйте целебные свойства. Будьте здоровы!